До недавнего времени редкие подъезды Ульяновска можно было назвать красивыми и опрятными. Ругательство на стенах, древние лампочки и устаревший вид мало радовали жильцов многоквартирных домов. В рамках региональной программы капитального ремонта подъезд 22-го дома на улице Героев Свири полностью обновлен и отремонтирован. Люди же видят этот подъезд, уходя на работу, приходя с работы домой. И это, в принципе, наше общее настроение. Как это, все мы живем в этих условиях, да. И хотелось бы, выходя на работу, опять же говорю, видеть чистый, хороший, убранный подъезд. И жильцы дома, и руководство сферы ЖКХ довольны проделанной работой. Старшая по дому Наталья Васильевна контролировала все стадии ремонта. От оформления сметы до выбора цвета плитки для пола. Результат получился превосходным. Хорошо все. Теперь... Все поменяли, да? Все поменяли, всем все нравится, но только не нравится вот открытые провода. Свет нравится, вот эти ящики нравятся, вот слаботочки нравятся. Все покрасили, потом плитка, все это хорошо, цвет хороший. В доме номер 19 по улице Хрустальной также кипит работа по ремонту подъезда. Совсем скоро и он преобразится, станет красивым, уютным и чистым. Заканчиваем работу, последний этап идет, покраска, штукатурка. Уже 40 подъездов Ульяновска отремонтированы в рамках региональной программы капитального ремонта. Общая стоимость всех проведенных работ составила более 10,5 миллионов рублей. Виктория Шикова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.